Вместе они еще не собирались, но время требует. В многоэтажном и промышленном строительстве совместное обсуждение насущных проблем застройщиков, производителей стройматериалов и их продавцов уже давно норма. Что касается индивидуального жилищного строительства, то эта конференция, пожалуй, первая. Желание участвовать изъявили порядка 20 компаний-застройщиков. Дефицит стройматериалов, пожалуй, основная тема обсуждения. Дефицит возникает просто. Застройщик планирует весной, завод планирует зимой. Соответственно, в момент пиковой отгрузки возникает дефицит товара. Таким образом, мы получаем большую стоимость квадратного метра на выходе как потребителю. Руководитель известной строительной компании согласен. Нужно общаться и договариваться. Клиентов, желающих жить на земле, становится все больше. В период массового закупа у нас иногда заводы просто встают. А встают на ремонт, что самое удивительное, и нам приходится покупать в других регионах. Что самое удивительное, мы в том году убрали кирпич с Белгорода, это практически европейская часть, из Челябинска. То есть мы везем в Сибирь кирпич, который находится в других регионах, который рассчитан на европейскую часть. Потому что мы не можем предоставить тот объем, который нам нужен. Но эта проблема практически решена. Компания «Альтера» закупает кирпич у наших соседей-новосибирцев, компании «Ликолор». Завод, где производят кирпич, в свое время строили немцы. Немцы ушли, завод остался. Изготавливает стройматериал 365 дней в году. Покупают его со всей России, в том числе и компания Алтайского края. Запаса кирпича, который сформировала «Альтера» на своих складах, к примеру, хватит для закрытия фасадов 200 частных домов. А в апреле в компании появятся новинки, которые смогут заместить импортные аналоги. Канал ИЖС для нас очень перспективный, то есть он развивается. Вы сами знаете, что 56% за прошлый год сдали в общем по стране только в одноэтажном домостроении ИЖС. По указу Владимира Владимировича мы активно занимаемся импортозамещением. Вот. На самом деле, действительно, новинок за последние несколько лет появилось очень много. Мы действительно стараемся заместить, так скажем, выпадающий ассортимент наших иностранных коллег, это с европейской части. Все новинки, безусловно, апробируются на домашнем регионе, а Алтай для нас это домашний регион. В ближайшее время рынок Алтая увидит все то, что мы, как говорится, наработали. Организаторы конференции тоже поделились своими наработками в сфере ИЖС. Рассказали, как клиенты «Альтеры» обеспечивают себе гарантированный запас стройматериалов на складах компании. Как тестируют новинки на своих объектах, влияют на ассортимент и пользуются преимуществами сервиса «Альтеры». Кстати, уже запланирована следующая встреча. Она пройдет в ноябре. Спикерами будут застройщики из других регионов.